С 1 июля в стране вырастет размер ежемесячной выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. С учетом районного коэффициента для жителей Великоустюгского района сумма выплат составит 11 500 рублей. В настоящее время сумма выплат составляет 6 325 рублей. В Великоустюгском районе проживает более 200 детей-инвалидов. Выплату получают 90 родителей и опекунов. Напомним, компенсационную выплату могут получить трудоспособные родители, усыновители, опекуны и попечители, которые не работают и не получают какого-либо дохода, пенсии и пособия по безработице. Для получения выплат необходимо оформить заявление в отделении Пенсионного фонда. Необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Ну, у нас в Великоустюгском районе это в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Великий Устюг, Вологодской области по адресу 2 Пролетарская, 34А и в клиентскую службу кабинет номер 6. Можно предварительно записаться по телефону 246-30, 235-26, либо записаться в интернете.